Почему мы так долго едем? Ты не слышала? РЖД купила Хогвартс Экспресс. Теперь ездим через Рязань. Как вам моя новая стрижка? То же самое, интимная вообще-то. Он без штанов, тупица, я уже месяц так хожу. В твоем случае это легко не заметить. Отец на десятилетие обещал мне подарить палочку. Волшебную? Крабовую. Понимаешь, прожиточный минимум и все дела. Виктор Крам, ковид не обнаружен. Поздравляю. Ща как волшебу тебе по волшебалу. У нас есть заклинание из другой школы волшебства. И оно победит тебя, Драко. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хагрид, ты великан. Вряд ли твоя великанская задница помещается на обычный унитаз. Для таких целей у меня есть специальное ведро. Так это не каша? Нашел себе девушку через Тиндер. Она единственная, с кем у меня совпадение. Вот, знакомьтесь. Я Галина. Иди ко мне, лобусеныш. Белла, постой. Эдвард, я не Белла. Мнямка какой тогда, оголит торс. Это тебе не сумерки, здесь такое не прокатит. Где профессор Снейп? А вот он, профессор Снейп. Но это игры для малышей. Заткнитесь, мистер Уизли. Где профессор Снейп? Я просил вас купить бутылку коньяка. Ну и где же она? Кто поставил бутылку на мой стул? Эдвард. Потаёрёнок. Не делай мне Минервы. Ты хочешь меня? Поджечь, да. Ты мой личный сорт Гриффиндора. Будь моей Беллой, Седрик Педрик. Здравствуйте. О, Дамблдор. Хотите, покажу вам магическую жопу? Вот. Он голый, выгони его. Авокадо Кентавр. Авито Кидало. Я рада гепарду. Что с вами? Не могу вспомнить, как правильно. Да, валите в свои сумерки. Мы вампиры. Пошли. Эдвард, ты познакомь нас. Знакомься, это мой парень. Я тебе не парень. Он не в духе.